Доброе утро, друзья! Сегодня прекрасный день, мы бежим с Валентиной трейл. Так что смотрите, будет много всего интересного. Я сегодня тестирую вот такие вот рукава, подаренные Валентиной, причем сегодня минус 2 градуса ощущается, по градуснику 1 градус. Поэтому поехали, сегодня будет очень веселая тренировка. Бегу вот такой красотой возле речки. Там, туда, бежим туда, на Ляуды и потом по Ингулу, по реке побежим дальше, мы туда никогда не бегали. Вот, хотим попробовать, как оно там будет. Очень красиво забежали на Ляуды. А вот такая тишина и красота. Чемпионы бегут. Друзья, смотрите, куда мы прибежали. Вот это? Вот здесь. Они вырыли. На Ляудах добывается. Что-то добывается. Мы пока не поняли. То ли глина, скорее всего, похожа на глину, наверное. Вон там белая, видишь, такая. Карьеры масштабов, и они длятся туда дальше. Но масштабы такие, что в Николаеве можно было все дороги построить, в принципе. Поэтому думайте, что-то копается без нас. Да, масштабы впечатляют. С Валентиной сегодня у нас трейловая тренировочка. Прибежали на Ляуды. Тут невменяемая красота какая-то. Просто. Очень круто. Тренировка приостановлена. Ух, тут бежим, везде колючая проволока. С двух сторон колючка. Там стратегический мост наш. ЖД. А тут везде колючка. И вот такая тропа. Ведет нас к реке. Очень прикольно. Вот это здесь трасса нереальная под трейл. Ребята, пишите. Если что, пишите. Тут такое можно устроить. Вообще нереальное. Давайте, пишите. Летом будем делать трейл здесь. 50-60 километров хотя бы. Вот это мы, ребята, тут нашли местечки. Такие очень местечки. Оля вообще впечатленная. Так, обережно. Труба. Друзья, реально как в детстве. По таким невероятным тропам здесь лазим. Очень круто. Уток куча. Кря-кря, вон. Смотрите, вон полная речка уток ныряет. Круто. В общем, Даша бы тут слюнями извелась бы. Даша, тебе привет. Вообще крутяк, приезжай. Проведем мегатропами. Нереально. Очень класс. Смотрите. Вообще такое забежали. Давай. В общем, ребят, мы решили зайти на мостик. Просто ну такую красоту вам показать. Да и самим посмотреть заодно. Смотрите, лодочка. Валя и лодка. Просто картина. О. Вот так вот. Ой! Чуть не улетел. Смотрите. Ой-ой-ой. Железнодорожный мост. И вот такая нереальная сегодня красота. Вообще нереально. А дальше вот такая вот дорожечка прикольная. Ну, если нет дождя, так вообще идеально. Справа речка.
это камышом заросло. А тут какие-то домики, это датчик, что-то еще. В общем, такие луга здесь просторы, вообще невероятно. Очень круто, очень классно. Вот, конечно, у нас красота, природа, очень красота, очень красиво. Добро, как тебе? Друзья, вот это здесь степи, вообще просто нереальные степи. Вы посмотрите. Вау, красота какая. Речка, степь, а вот там лес. Бежим в сторону леса. В общем, ребята, мы одного бойца нашли такого здесь. А ну подскажите-ка, как думаете, это одуванчик или математика какая-то просто. А ну-ка, давайте, специалисты. Смотрите, паучок то ли свел тут паутинку, и она в России такой очень красиво выглядит. Не знаю, как это видно, но нам видно. В общем, друзья, мы тут забежали, ну, в такое невероятное место. Это надо видеть. Конечно, камера не передать это все. И воздух здесь чистый, очень классно. Тренироваться идеально просто. Валя горочки пошла отрабатывать. Смотри, какая гора. Вот это уже смотри. Так, вот тут у нас уже одуваны будут явно. Скоро еда появится. Травоядные. Так что здесь вот смотрите, травоядные. Все сюда на пробежку в будущем. Тут экологически чистая трава, наша еда, как говорится, немерено. Вау, ребята, тут вообще такое вау. Сейчас мы фотку сделаем. Друзья, попали на плантации китайские. Что здесь, рис выращивают, или что, или хлопок, или кто тут? Что тут вообще интересно? Там, наверное, китайское поселение. Смотрите, какие дома прикольные. Пчелки собирают. Медик. Наш вкусный медик тут собирают. Смотрите, вау. Я сейчас, кстати, первый раз увидел пчелок. Смотрите. Пчелочки собирают медик. Круто. Их здесь так много. Вообще нереально красиво. Вот теперь тихо слушайте. Класс. Так, ребята, мы, в общем, остановились подкрепиться джайрой. 20 километров у нас тренировочки. Половина дистанции, поэтому кушаем. Как в такой красоте. Такими звуками, слышите? Уточки крякают. То есть не кушайте уточек, кушайте джайра. Классно. В такой вот красоте. Посидеть. Покушать очень вкусной и полезной еды. Кстати, вы можете у меня заказать джайра. Если здоровье интересует. Если нет, можно не заказывать. Сугубо чисто ваше дело. Но мы кушаем. И мы кушаем на длинных тренировках, на забегах и по жизни. Очень классный перекус. Всегда с собой в рюкзачке. Многие берут машину в командировке, кто ездит постоянно. Очень удобно в машину положить. Очень круто. Вкусно. Ну а пока отдыхают ножки. Пока мы кушаем джайру. Тут смотрите, кстати, прикольно написано. Поставщики. Официальные поставщики украинских олимпийцев. И нашей команды Веган Рам. Мы бегаем на джайре. Увы. Снимаю рукава. Смотрите, как удобно. Раз так, рукавчики снял.
и в рюкзачок кинул. Вот это Валя подогрела подарочек. Спасибо, Валя. Нашли вот такое симпопулю дерево. Само стоит тут. Одинюшеньки. Фотографируем бабочек. Не, бабочки уже не будет видно. Вон бабочка, я сейчас ее подниму. Подниму бабочку. О, пошла. Класс, уже бабочки летают. Пчелки собирают мед. Сейчас мы еще нашли. А что мы нашли, Валь? Этот щавель, да, конский? Да. Сейчас мы еще конского щавеля насобираем. Свеженького. Вообще такой он приятный на вкус. А домой приду, сделаю зеленый коктейль, конечно же. После тренировки протеиновый зеленый коктейль с конским щавелем. И, кстати, у меня шпинатик дома есть. Вот мы сейчас туда бежим, аж туда, 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 потом круг там, в общем, такое здесь напетляли. Фу, друзья, в общем, мы тут обратно возвращаемся этими тропами. Тут с горы постоянно бежать было, а тут в гору все время. В общем, веселуха невероятная. Здесь столько куропаток летает, очень много. Вы посмотрите, как тут красиво. Наверх иди, Валь. Валя, наверх, наверх, да. Валя потеряла меня. Очень много мостиков. Рыбачки сидят. Вот красота. Trail woman. Нам асфальтным так вообще техничные тропы, все такие на технике сегодня. Вот так вот, вот такие вот штуки здесь. Там падаем, тут небольшая тропиночка. Вау, красота. Всякие усложнения, трубы, камни, все штуки. Сейчас нам подняться. Здесь у нас военные охраняют поезд. Все дела. Заборонена зона. Проход заборонен. Видите? Туда не ходите. Так, друзья, выбежали на асфальт. На Ляудах еще пока. Но вот уже скоро Ляудский мост. Родничок. 30 километров. Решили, в общем, выбежать по городу, по асфальту. Тянет нас, не можем мы без него. Этот, сделаем круг. И, кстати, можете посмотреть в Страве данную тренировку. Очень яркий круг, рекомендуем пробежаться по нему. Можете взять трек и пробежаться. Очень крутые места, прям очень. Ляудский мост. Сейчас туда побежим на родничок. Вот такой вот. Ой. В общем, вот такая вот штука нас ожидает. Прибежали. О, ребята, плохо. Да. Давай, ребята. Да, нырять. Так. А это только развели, да? Да, да, так точно. А. Друзья, в общем, так как перекрытый мост, нам гулять еще пару часиков. Решили с Валей немножко еще пробежаться. Позвонили Виталию Бригерчику, дружане. И он сейчас нам сделает мега фирменный чай. Вынесет. И мы финишируем, замнемся здесь в сердце города. Вообще кайфовая тренировка. Нереальная, я бы сказал даже. По питанию вышло на 20-м километре, мы поели по батончику Джайра. И на 30-м километре по грамм 150 воды, наверное, выпили. И все. Сейчас на финише нас ждет чаек. Что, друзья, вот и финиш у нас. Тренировочки, посмотрите, с кем мы теперь. А вот сейчас будет чаечек, поняли? И нам Виталик принес бананчики.
А что? Вкусный забег. Мы кушаем. Ну, у нас в лучших традициях, в общем, тренировок в городе Николаеве. Так что приезжайте, будете наслаждаться нашими красотами, видами, южным воздухом, бананами. Не знаю, как у нас стоит. Обычно делаю это с ночи. Ну так вот мы чаёчек и фруктики вот там ням-ням-ням. Раскрою секрет ультрабега на длинной дистанции, почему мы можем тренироваться столько много и бегаем. Потому что мы едим что? Конский щавель. Носимся, что кони. Его немерено. В парке растет все. Везде. У нас нервишка растет. И я яблочко еще ем. Собираю. Щавель. Сегодня будет хумус с щавелем и салатик. В общем, идем мы проверять мост. Наверное, открыли. Спасибо тебе, друже, Виталик, за невероятный чай, как всегда вкусный. И фруктики. Ну, идем с Валентиной домой. Набеганные, счастливые. У нас тут лето вообще. Такая погода классная. Невероятно. В общем, всем бег. Всем здоровья. Пока. Обязательно, обязательно восстановительный салатик. Много зелени, капусточка, свеколочка. Все то, что снимает воспалительные процессы, напитывает всеми витаминами и минералами. Кушайте сырую пищу после тренировок. Задумайтесь.